По результатам социального опроса, лучшим городским головой одесситы считают действующего мэра Геннадия Труханова. Опрос проводился специалистами Европейского института социальных коммуникаций. Всего было опрошено 1200 человек. Уровень погрешности не превышает 3%. В целом результаты опроса выглядят так. Эдуард Гурвиц. Уровень доверия населения 15%. Руслан Баделан. Уровень доверия населения 2%. Алексей Костусев. Уровень доверия населения 2,5%. Геннадий Труханов. Уровень доверия населения 63%. Согласно данным опроса, лучшим городским головой Одессы с момента обретения Украины независимости одесситы считают действующего мэра Геннадия Труханова. Именно такого мнения придерживается 63% опрошенных. При этом, по их мнению, за последний год жизнь в городе заметно улучшилась. В результате, сегодня теперь почти 80% одесситов связывают как свое будущее, так и будущее своих детей непосредственно с Одессой.